Всем привет! Это Ягуар. Я его перекрасил в серебристый, так как я в Hot Wheels'ах не нашел. Не то, что не нашел, их, кажется, даже не существует в этой классике. Существует на самом деле, ну, сейчас реально существует два синих, кажется, два зеленых и один перекрашенный в оранжевый. Так, хочу добавить, да, ребята, а то как-то я там не вписался в ролик. Синие ягуары были первыми в выпуске. Не помню, откуда появились зеленые. Они реально существуют сейчас. Кажется, пара зеленых, пара синих там в Италии, в Германии. Точно сейчас я не могу сказать. Есть у меня описание. Ну а классические они были все серебристые. Кстати, автомобили редкие. Они немножко были там переделаны по аудиосистеме. А в основном переделки, ну, короче, кому нужно, там выкидывать. Вот это вот все есть, и можно вообще найти описания кое-какие в интернете. Если кому интересно, я могу отдельно сделать ролик на всю историю этого Ягуара. И я его, короче, перекрасил несколько раз, наверное, раза 4, и только на пятый раз мне удалось более-менее создать такой натуральный цвет. Ну, это классика, они в основном все серебристые такие идут. Ну и захотелось мне именно вот такой вот цвет, более-менее классический. Да, насчет колес, там я их немножко закрасил, хотел сделать более сплошными, поставить колпаки, потому что почти на всех ягуарах со сплошными, ну почти со сплошными колпаками колеса. Ну, я нашел случайно фотографию, где диски именно вот с таким рисунком, как на этом ягуаре. Ну вот, вроде и все. Наделал я там кучу фоток, потом еще кучу фоток. Смотрите. Всем пока-пока.